песне «Надежда» – компас земной, а в жизни это душевное состояние, связанное с ожиданием хорошего. Вот уже 25 лет коррекционная школа «Надежда» помогает особенным детям отчетливее увидеть свое будущее. Это прежде всего заслуга педагогов. Подбору кадров руководитель образовательного учреждения Ксения Махнач подходит строго, но с душой. Человек должен базово принимать чужую инакость и, понимаете, не видеть в них детей с диагнозом, видеть в них людей с огромным потенциалом. Потому что если ты не пишешь и не читаешь, это не значит, что ты прекрасно не рисуешь, не играешь в футбол и не делаешь какие-то другие потрясающие вещи. Поэтому мне нужны люди, у которых горят глаза, для того, чтобы помогать каждому ребенку. Анна Иванова – самый молодой педагог в «Надежде», еще студенткой проходила в ней практику. Как только окончила вуз, устроилась сюда на работу. Приняли тепло. В школе работает третий год. По словам учительницы, трудности есть. Но когда знаешь, ради чего, они отступают. Мне силы придают дети и, наверное, родители этих детей, когда говорят приятные слова, когда просто ежедневно доверяют мне своих детей. И это, наверное, вот делает меня сильнее и заставляет двигаться дальше. «Надежда» впервые открыла свои двери для детей с ограниченными возможностями здоровья 1 сентября 1998 года. Тогда ее учениками стали 17 ребят. Сейчас их больше 300. Совсем скоро уроки у них будут проходить не только по привычному адресу, но и в новом здании. Строительство пристройки к 8-й школе в разгаре. Я думаю, что 1 сентября мы ее получим, добьем до конца, и дети получат еще одно прекрасное здание. Танцевали и пели на концерте не только дети, педагоги тоже участвовали. Кульминацией торжества стал праздничный торт. Свечи задували вместе, чтобы самые заветные желания у каждого обязательно сбылись. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».